Машина! Давай, давай, говно, давай, давай. Оп! Забайтил! Высаживаемся в чертовом променаде. Да-да-да. Сейчас мы там отъедем, и виноват будешь ты. Да, конечно, да. Хуя на крышу попал, блядь. Заебись. Ну, хоть пулемет есть. Чё у тебя там, Кирь? Враги есть? Киря. Ко мне пришли. Бля, я иду. Держись. Отбивайся от них санными тряпками, но держись. Он мне помог. Да я иду, блин. Терпи. У тебя в здании один был или их много? Так, блядь. Спасибо, Кири, за инфу. Как всегда полезно. О-о-о. О-о-о. Заебись. Я не знал, где они были. И ничего не знаю. Меня чуть не убили из-за тебя, так что... Сколько у тебя там было? Один, два? У меня шаги, возможно, один или больше. Да, я уже понял. О, здорово! А ты чё тут лазишь? Меня искал? Ну, нашел, поздравляю. Так, еще тут пацаны есть. Ходу нет. Да ты че, издеваешься? Киря, это даже не дезерт. Че за дела? Да кто тут гоняет, ё-моё? Иди сюда. Где вы? Ебать ты борзый. Где второй, где второй, где второй? До свидания. Пока ты, Киря, слакаешь, я тут убиваю людей. Не стыдно тебе? Yeah. Хватит жрать. У нас тут война, а ты хомячишь. Так, надо тебя вызвать уже. Где тут машина? А, тебя этот вызвал уже, бля. Я что-то... Проебал момент. Так, ну чё, давай к нашему выдвигаться, а то он там один где-то бегает, сейчас помрет еще. Ой, да иди ты. Игра сказала пацану, а не вылетит ли тебе к хуям собачьим. Шикарно, шикарно. Ну чё, как обычно, вдвоем. Первый раз так. А все потому, что мы можем выжить вдвоем. Пизда рулю. Тут никого нет, залезай ко мне. О, смотри, Урал, Урал. Давай ебать его. Давай, 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 давай. Сейчас как ебанет. Я сказал ебанет, ну. Да ебать, сколько у него валить-то надо. Ты в него с РПГ попал ведь. Ты в него еще и с РПГ попал. Пиздец. Это танк, что ли, бронированный, я не понимаю, на одного?
Псец. Чё, где это? Ты его убил? Нет, ты его не убил. Пошли штурманем его. Он где-то в этом здании. Так, я пошел. Вижу. Все, успокоил. Он сразу умер. Один был. Последний из магикян. Пьемер победал, потом... Да я понял. Ну я... Я охреневаю от того, сколько урона надо ввалить этой дрянью. Причем всему остальному транспорту одного заряда РПГ хватает, а в этот пришлось снаряд выпустить, и я еще ввалил в него патронов 60 из основного. Так, пошли в магазин и купим комплект. У нас на двоих денег хватает. Давай. Ну, сверху я никого не вижу, так что... Так что я сигаю. Давай это здание проверим на всякий. Я не доверяю этой игре. О, деньги. Каждый раз такая хуйня, блин, не проверил здание рядом с магазином, а там гуки сидели, и ты их не видишь на... Где? Где? Ебать, они в 200 метрах, ты пиздец. Давай уже свой вызовем, наконец-то. А то, блин, как дрищи какие-то бегаем. Ну все, оружие у нас есть. Полезли на какое-нибудь здание, чтобы с него можно было нормально работать. А то... Так, стрельба. Рядом, это глушак. Они где-то рядом. У меня один. Положил с концами. Блять! А! Еще один. Шикарно. Сука! Так, третий где-то, я не видел третьего. Так, не, давай сваливать. Тут в этот. Они с кем-то перестреливались, поэтому ну нахуй. Бля, понять бы, в какую сторону-то, откуда выстрелы были. Я, короче, никого не вижу. Все, съебываем, давай, погнали. Ага, понятно. Все, понял, сзади с этой, с крыши этой железнодорожной станции, походу. Да, вон он на карте, смотри. Ага, сейчас я его подстрелю. Так, он спрыгнул, с кем-то перестреливается. Вижу. Блять. Так, мы отряд разъебали. Сразу упал. Тот, который... Кири, броню дай. Кири, я без брони, дай одну броню, пожалуйста. Киря. Один, дайте. Ну так пошли, чё сидим? Давай, давай, давай. Швычи, хоббиты, швычи. Как обычно, здесь все залутано до нас. Нихера нету. Ага. Так, давай пожарку чекнем. Мало ли там что. Мало ли там броня. Который... Блять. У них... Тут БПЛА надо реально порезать, пиздец. Дороже сделать в полтора раза. Просто ебаный насрать какой-то. Они через каждые 3 секунды ее активируют. Ты мне броню купил? О, спасибо, дорогой. Благодарю, блядь, я не ту кнопку нажал, сука. У меня есть этот, у меня авиаудар, забери.
Ага, вижу. Херач его. О, хорошо пошло. Так. Двое, третий где-то. Третьего видел? Мой еще ползал, когда ты стрелял, так что... Где-то третий ходит, аккуратно. Так, давай на крышу и кемперить. О, смотри, рядом двое. Миникарт. Они в пожарке. Один вроде даже на вышке. Сейчас посмотрю. Да, вроде один на вышке, но я только силуэт видел. Бля, я дам туда авиаудар. Хуй с ним. Давай. Шикарно. Второй не знаю. Второй, он внутри пожарки. Скорее всего, на втором. Так что... Вот этой, вот этой. Короче, он где-то внутри. Давай ждем, пока он выскочит. Или штурманем его, не знаю. Надо, блядь, подумать. Надо его штурмануть. Он не выйдет. Что делаешь? Хуяся. Ой, Кирия, ну бас РПГ, как не стыдно. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Так, я сейчас БПЛА куплю. Чекнем, кто где. И, блядь, у меня на второй не хватает, пизда. Ну ладно. Кирю, у тебя 12 денег, купи БПЛА, чтобы у нас был про запас. А то я проебался с математикой. Кластерная. Давай. А, ты два купил? Понятно. А, на этом. Да-да-да-да. Давай, чекнем его. С крыши ток. Не пойдем, с крыши его видно должно быть. Нам на следующем круге надо крышу поменять, а то мы здесь пиздец уже долго сидим. А, так, я его не вижу. Где он? Ага, вижу. Так, с этой крыши его не достать. Я на соседку. Боже мой. Блин, Гири, смотрю, тебя не остановить уже, да? Ты это... Сколько у тебя ракет-то, блин? Ходячая артиллерия. Сразу отъехал последний в отряде. Так, я пойду с него говно соберу, окей? Ты меня прикрою? Не надо пытаться, надо прикрыть. Так, там... Там машина. Машина едет. Херач, херач, херач. А, понятно. Они разгадали. Они тебя просчитали, Кирилл. Бля. Я сейчас на вышку в пожарке залезу. Посмотрю, куда они поехали. Вижу. Ай, блядь. Я второго не увидел, он мне хедшот со снайперки. Я чуть не упал. А, залезь в вышку, тут можно залезть. Они сейчас в здание, скорее всего, забегут, так что аккуратней. И как залезешь, сразу ложись, потому что тут меня положил со снайперки.
Благодарю покорнейше. Надо отсюда съебывать здание. Дерьмо, мы его не удержим. Пошли. Они внизу. Но не вижу где. А, вижу. Положил. А, за будкой, за будкой. Блин. Дай в него РПГ, если есть. По метке. Второго вижу, положил. Блин, да не туда. У тебя есть РПГ? Сука, он все, забей, он встал и ушел. Пошли отсюда. А, все. Нас снайпера с другой крыши уже секут. Побежали, побежали. Тут не, делать нечего. Нас два отряда уже спалило. Давай за мной. Вот в это здание. Передо мной которое. Машина! Давай, давай, говно, давай, давай. Оп! Забайтил? Сука, байтер от бога. Ой, пацаны, бля. Не рассчитали. Давай на крышу. Вижу, крыша, через здание. Один. Положил. С концами. Они через здание, вот там. Я где броню пометил. На те, авиаудар, на орехи. Говна кусок. Так, давай за мной, в соседнее. Не стреляли. Из этого здания я уже 100 раз помечал. Там было двое. Одного я успокоил, второй в тебя пострелял. Так что... Как-то так. О, второй прилетел. Это тот, которого я убил. Он из ГУЛАГа выбрался, блядь. Ага. Так, положил. Один лежит, второй этот бегает. Но он, бля, надо было авиаудар сохранить. Жопа. Все еще там. С4, ебать. Так, еще раз положил кого-то. Там боковая лестница, Кир, куда ты пошел? Блять. Ты пиздец вообще, что делаешь? А, да блять! Запрыгивай. Иду, держись. Зашел ты нахуй, опять Акимбо пистолеты, ебаный. Пушки, Акимбо. Привет, пацаны. Как у вас тут дела? Где ты, блять? На нахуй. Все, Киря, я за тебя. Отомстил! Чё? Физика игры, блядь. Ой, блядь. Твою мать, тут в соседнем здании уже люди, сука. Я только тебя поднимать собрался, а тут уже грёбаные пидоры. Ладно, хер с ним, я... Без тебя тут не справлюсь. Сейчас тебя с того света призову. Погоди. Я только барана найду, чтобы его прирезать. А то без барана это не работает. Он не видит меня с той крыши, не? Сука. Бля, по-моему, видит. Бля, где этот? А, нет, это автобус, нормально. Киря, приди! Барана не нашел, но ты и без него нормально призываешься. Так, я сейчас БПЛА вызову. Вон он. Я пометил его аккуратно. Сейчас я на крышу заберусь и прикрою тебя. Он сюда бежит. Бля, где он? А, он уже подбежал, вижу.
О! Это этот, который из ГУЛАГа вернулся. Еще один. Они возвращаются, чтобы получить еще пизделей. Так. Все, у меня денег нет, я последний ВПЛА выкупил. Иду к тебе. Ты там свое барахло забрал? Надеюсь. Так, давай вот в это здание. Оно с более-менее нормальной крышей и, если что, отходить удобно. У него второй этаж есть, так что... Что-то я вижу. У меня один. Ебашу. Да, сука, сдохни. Чего, блядь? Нихуя себе. Аккуратный, Кири. Там, походу, подозрение на пидораса. Он мне сейчас такой хедшот подставил, я сам охуел. Вообще жесткий парень. Только, сука, разыгрались, и, как обычно, какая-нибудь читарасская хуйня, блядь, выскочит. Смотри аккуратней, какой-то прям очень подозрительный хедшот был в голову. Да ёп! Так, все понятно. Он в соседнем доме, и он охренеть херачит, не знает, где я. Я что-то прям расстроился, он вот в этом здании. Ладно, все, в жопу, на крышу не суйся, он, блядь, пиздец, херачит. Нихуя себе! Парень прям забористый. Все РПГ не трать только, но потом оставь. Ну понятно, у нас двое. Твою мать, у него там ВХ еще что ли? Короче, смотри, один в левом, да, и в правом двое сидят на крыше. Так что мы окружены. Но мы в зоне, поэтому на все насрать. Там читер 100%. Он меня пытался через стену пробить. Ну повезло, хули. Он развернулся, когда я в него стрелял, и хедшот поставил просто в полсекунды. То есть там поворот, полсекунды хедшот, и я упал. Не-не, конечно, может быть таким, блядь, нахрен крутым чуваком. Дрототой, все дела, но что-то мне подсказывает, что не все так просто. Под луной. Кири, хватит РПГ тратить. Я надеюсь, его эти противники срежут до того, как он к нам сюда выскочит. Ты главное, здание не выходи, у нас позиция все еще в зоне, поэтому... Мы тащим. О, хорош. Enemy UAV overhead. Ну давай, давай, гнида, выскочи. Я же знаю, ты хочешь. Так, под нами один. Двое. Ебать, пушки Акимбо! О, смотри, ты че его поднимаешь? Не поднимай его, он читер. Все, читака убрали. Так, сука, двое осталось. Где? Где? А, все понятно, они за стенкой. Ой, блядь. Так, минус один. Бля, где, где? А! Сука! Блядь!